Дорогие подписчики и зрители канала Марк Иоанн, мы благодарим Бога за вас, что вы были с нами в этом нелегком 2020 году. Особенно мы благодарим тех из вас, кто жертвовал на этот канал, и пусть Бог умножит посеянное вами и принесет обильный урожай в вашей жизни всякой благодати, который, как мы верим, принес многим благословения. Мы старались для вас всех. Мы молим нашего Господа, чтобы в 2021 году мы все с вами возросли еще больше в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть этот новый 2021 год принесет каждому из вас, дорогие наши подписчики и зрители этого канала, прорыв во всех сферах вашей жизни. Пусть в ваших семьях будет во всем божественное устройство и порядок. Пусть придет божественное исцеление вашему духу, душе и телу. Пусть придет божественное исцеление в отношениях, в семьях. Пусть неспасенные родственники придут ко спасению. Пусть придет финансовое благополучие, и Божий шалом да владычествует у вас во всем. С поздравлением, канал Марк Иоанн.